праведник гибнет в праведности своей. Привет, я Евгений Стычкин, играю Евгения Малышева в сериале «Просто представь, что мы знаем». Читаю новости в Телеграме, я доверяю им настолько, насколько можно доверять новостям вообще, потому что всем остальным новостям уж точно доверять нельзя. Он имеет какие-то переживания, связанные с кризисом среднего возраста, связанным с тем, что он меняет свою жизнь, хочет чего-то нового, хочет видеть новое в своей жизни, новый путь и так далее. Было бы странно, если бы любой мужчина в какой-то момент с такой проблемой не столкнулся. А раз ты сталкиваешься, значит, ты понимаешь, о чем ты говоришь. Слушайте, мне кажется, этот сериал будет смотреть интересно всем. Всем, кто задает себе вопросы, как устроены СМИ сегодня, что такое телеграм-каналы. При этом абсолютно живая история живых, современных и взрослых, и совсем молодых людей. Очень крутая история. Срез русской жизни, мать его.